Это вполне себе реальная история о человеке, о стволе и о машине. Ствол тот принадлежал человеку. Машина могла бы принадлежать и тебе. Ну или той парочке, живущей напротив. В общем, все, что ты увидишь в течение ближайших 70 минут, вполне могло произойти и с тобой. И это факт. Filmmakers представляет. Попутчик. В главных ролях Эдмонд О'Брайен, Фрэнк Лавджой, Уильям Талман. Продюсер Кольер Янг. Режиссер Айда Люпино. Супружеская пара найдена убитой. Ведутся национальные поиски автостопщика-убийцы. Бывший заключенный Майерс подозревается в убийствах автостопом. Эммет Майерс, будьте предельно осторожны с этим человеком. Почему бы тебе не повернуть на юг на следующем повороте? Черные горы вообще-то на востоке, но, по крайней мере, в последний раз они там были. Да кому нужны эти горы? Почему бы нам не поехать в Сан-Филиппе? И что нам делать в Сан-Филиппе? Рыбачить? Ну а что? Между прочим, неплохая идея. Да, возможно и так. Может, заедем в Мексикану, чтобы пропустить пару стаканчиков? Помнишь Флорабеллу из клуба Альгамбра? Да. Но она, скорее всего, уже мертва. Это было очень давно. И не говори. Бедняжка Флорабелла. Ну, вот и будет повод помянуть ее. Идет. Знаешь, если не считать пребывания на войне, то я впервые так далеко от Морти и детей. Ты хочешь развернуться? Да нет, конечно, мы уже очень далеко отъехали. К тому же мексикана звучит довольно заманчиво. Babies.
Ну вот и добрались. Кабаре Мексикана. Сеньор, не хотите ли развлечься? А к тому же Хуанита, наша красотка, только начала свое выступление. Вы как раз вовремя. Довольно заманчиво, да, Гил? Гил? Извини, приятель, похожий облом. Ну и ладно. Сан-Филиппе ждет нас. Что, бензин кончился? Да, давай прыгай. Мы в Сан-Филиппо едем. Купите бензина, а на обратном пути я вас подброшу. Пойдет такой вариант? Да. Гил, дай-ка сигаретку. Курите? Нет. Что у вас там? За дорогой следи. И не останавливайся. Как вы заметили, я Эммет Майерс. Делайте то, что я вам говорю, и без резких движений. Много смельчаков отправилось на тот свет только из-за того, что они нервировали меня. Ты ведешь машину, и руки всегда должны быть на руле. А ты одну руку положи на спинку сиденья. Другую на окно. Отлично. А теперь сверни на ближайшую примыкающую тропу. Тормози. Открывай бардачок. Что в коробке? Патроны 22-й калибр. Передай их мне. Закрывай. А теперь я объясню, как мы покинем машину. Для начала передай мне ключи. Все выходим с этой стороны. Я выхожу первым. Затем ты. И отойдешь от машины. А уже потом ты. За дело. Скиньте ваши куртки до локтей. Поворачивайтесь. А теперь открывайте багажник. И побыстрее. Куртки можете одеть. Ты, открывай багажник. И руки держать на виду. Ключи отдай. Передавай одеяло. Думаешь, получится? Так, ты, бери продукты. Чье это ружье? Мое. Любитель пострелять? Да. Так я тоже. Поэтому предупреждаю, не играйте с огнем. Шевелитесь. Thank you.
Я свое имя вам сказал, а вас как зовут? Меня Гилберт Боуэн. Его Рой Коллинз. Чем на жизнь зарабатываете? Я конструктор. А он владелец СТО. Значит, имею дело с неглупыми, но это не важно. Хочешь мозги на лобовуху пустить? Повезло тебе, что в этом отсеке не было пули, так как недавно ее пришлось использовать. Я же предупреждал, никаких резких движений. Прошлый парень отдал за это жизнь. Когда вы собирались возвращаться обратно? Да мы еще не решили. Женам своим мы сказали, чтобы нас рано не ждали. А, так вы жен имеете? Детишки есть? У меня есть. Будешь хорошо себя вести, снова сможешь их увидеть. Там КПП, сбавь-ка скорость. Никаких разговоров. Ногу с педали газа не убирать. А эта машинка довольно неплохо едет. Пожалуй, продам ее, когда доберусь. А куда мы вообще едем? Остановишься на следующей заправке, зальем бензина и достанем дорожную карту. Есть у меня одна идея. И довольно неплохая. По-английски говоришь? Да не говорит он по-английски. А я не говорю по-мексикански, так что плевать на эту сдачу, давай валим отсюда. Карту дай сюда. Сверни на первую же примыкающую дорогу. Тормози. Ключи. А теперь выходите так, как я вас учил. Ты умник, разложи-ка карту на капоте. А ты руки на машину. Найди на карте город Санта-Розалия. Ну и сколько пилить? Примерно 500 миль. Это на берегу Калифорнийского залива? Да. Там сказано, когда паром через залив ходит? По пятницам. Неплохо. У нас куча времени. Сможем все сделать по-простому. Но после, парни, вы мне больше не понадобитесь. Что ж, похоже, кролика на ужин не будет. Да я и не пытался. Коллинз, а ну-ка поставь банку на скалу. Карту давай.
Да не на эту, на другую. Вот так. Колин, сверни-ка банку на место. Ружьишко тоже заряжено. Хочу, чтобы ты попробовал. Посмотрю, насколько ты хорош. Смелее же. Неплохо. Коллинз. А ну-ка возьми банку. А теперь иди к скалам, что повыше. Ну давай, не тормози процесс. Да, повыше, вот так. Еще подальше. А теперь подними ее над собой. И ты не пострадаешь, если твой приятель действительно хорошо стреляет. Ты с ума сошел, я не сделаю этого. Да это просто игра, так что действуй. Коллинз, поднеси ее немножко поближе к себе. Что такое? Ты трусишка? Давай поближе. Или хочешь, чтобы вместо Гила стрелял я? Ведь в этот раз могу и промахнуться. Стреляй. Давай, Гил, покончим с этим. Перенервничал? Да расслабься. Ладно, Коллинз, спускайся. Веселье кончилось. Да вы, ребятки, похоже, сильно перепугались. Коллинз. Коллинз. Чего тебе надо? Радио включи. Зачем? Тут только мексиканские трансляции. Да мне все равно. Включай. Поищи что-нибудь. Например, что? Ну, какие-нибудь новости из Штатов. Теперь о криминале. Полиция 9 западных штатов, от Вашингтона на севере до Колорадо и Юты на востоке, ведет непрерывные поиски Эммета Майерса, головореза из Канзаса. Некоторые источники сообщают, что за последние 24 часа Майерса видели во Флориде, Детройте и Сиэтле. Однако полиция опровергает эту информацию. Его последняя известная жертва – Уильям Джонсон, коммерсант из Портленда, штат Орегон. Он был найден вчера вечером в Калифорнии. Машина убитого, за рулем которой предположительно может находиться Майерс, пока найдена не была. Все, выключай. А меня даже и близко там нет. Вам, ребятки, нечего переживать. Ну, по крайней мере, пока. Вы можете начать переживать, если они установят, что в этой машине нахожусь я. Если они вообще на это способны. Добрый вечер, дамы и господа. Это Сэм Хейс и его вечерний выпуск новостей. И главная новость дня – дорожный убийца. Эммет Майерс до сих пор на свободе. Вчера список его жертв пополнился еще одним человеком – Уильямом Джонсоном из Портленда. Он взял на борт Майерса под видом автостопщика, и теперь Уильям Джонсон мертв. С целью поймать Майерса, полиция установила блокпосты на всех главных автострадах западных штатов. Также под особым наблюдением находятся и пограничные станции. Майерс худощавого телосложения, ему 38
8 лет, одет в темную рубашку, темно-серые штаны и черную кожаную куртку. Его правое веко частично парализовано. Если у вас имеется какая-либо информация о его местонахождении, просим вас незамедлительно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции либо ФБР. Останавливаемся. Ключи. Выходим. Подвинься. Возьмите себе по одному. И топайте за машину. Туго соображаете? Я знаю, о чем ты думаешь, Коллинз. У тебя нет ни единого шанса. Вы все равно умрете, ребята. Это лишь вопрос времени. А Санта-Розалия — это всего лишь крайний срок. Если копы узнают, что я с вами, или вы попытаетесь меня обдурить, и не пытайтесь делать попыток к бегству. Вы никогда точно не будете знать, сплю я в данный момент или нет. Ведь вот этот вот глаз, он никогда не закрывается. Ну как вам расклад? Ну что, пойдем купим что-нибудь пожрать? Машину покидаем, как обычно. В магазин вы идете впереди меня. На мексиканском не болтать. Это я тебе говорю. Они сами скажут тебе, сколько нужно заплатить, ясно? Да, и еще. Руку я на всякий случай буду держать в кармане. Судимости в Мексике у меня пока еще нет, и я бы хотел, чтобы так оно и оставалось. Buenos días, señores. Provisiones. Tengo un gran surtido de frutas y legumbres, ropa, calzado, al mismo precio que existen en Tijuana. Че он там ляпнул про Тихуану? Он говорит, что цены у него такие же, как в Тихуане. Ребенка не трогай. Ну так что пожелаешь? Бобы или что-то в этом роде. И томатный суп. Обожаю его. Возьми 4 банки. Мы хотим 4 банки бобов, 4 банки томатного супа и 3 банки мяса с чили. Видишь, он не понимает по-английски ни слова. Но и по-мексикански ты говорить не будешь. Возьми сам банки с полок и отдай их Коллинсу. Да бери еще.
Давай, давай, не стесняйся. А теперь заплати ему. 15 pesos, 10 centavos, señor. Да убери ты эту девчонку. Опусти ее уже на землю и убираемся отсюда. Что ты ей сказал? Ты все равно не поймешь. Что ты ей сказал? Я сказал, иди с Богом, малышка. Садитесь. Мистер, живете в центре? На номере написано. Я тоже там когда-то жил. Отличное место, не правда ли? Откуда у тебя такие часы, Боуэн? Подарок жены. Кидай их сюда. У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, кидай их сюда. У меня были такие же часы в 17 лет. Но мне их никто не дарил. Я спер их. Обчистил ювелирку в захудалом городишке недалеко от Талсы. Это было плевое дело. А вы слабаки, ребята. А знаете почему? Да потому что вы привыкли, что в этой жизни вам все достается легко. Сосунки. Вы боитесь положиться только лишь на себя. И у вас всегда все было, потому что вы слабаки. Но не я. Мне в жизни никто ничего не дал. Поэтому и я никому ничего не должен. Мои предки были жестокими. Когда я родился, им хватило одного лишь взгляда на мою физиономию, чтобы послать меня к ядрёной матери. И они тоже мне были не нужны. Все, что мне нужно было, я получил сам. Если есть талант и пара баксов в кармане, то можно купить что угодно и даже кого угодно. Особенно если держишь их под прицелом. Это очень их пугает. А ты сам-то бывал по другую сторону прицела? Нет. И никогда не буду. Пойду-ка я новости послушаю.
А можно погромче? Мы тоже бы хотели знать, что происходит. Вы жрать мне готовьте, а я вам скажу, если будет что-то действительно интересное. Нам нужно найти предлог забраться под капот с целью отключить радио. Ведь если он узнает, что нас разыскивают вместе с ним, нам конец. Да к хренам радио, я просто не могу больше это выносить. Мы должны его замочить. Так просто его не замочить. Он сам вальнет тебя при первом же неправильном движении. Но тогда мы должны рискнуть. Пока мы ему нужны, мы останемся в живых. Ну а как только он соберется избавиться от нас, мы избавимся от него. Может быть сегодня, а может быть и завтра. Ну хорошо. Они нашли машину Джонсона. И они знают, что я в Мексике. И вас они тоже ищут. В Черных горах. Где находятся эти Черные горы? Да это в Аризоне, рядом с домом. Не в Мексике? Нет. Ну, знаете, ребята. Сказали своим женам, что поедете туда, а сами отправились в Мексику? Но для чего? Женщины? О, парни, вам должно быть стыдно. Вы влезаете в неприятности и при этом врете. Ну что ж, теперь вас все ищут в горах. Я же сказал включить радио. Я и включил. Просто ему нужно прогреться. Ну-ка, смени радиостанцию. Прекрати это. Да не могу, мне нужно остановиться, чтобы отключить его. Ну так останавливайся. Поднимай капот, и когда подымешь, не убирай с него рук. Давай, Коллинз, за работу. Что ты смотришь туда, как в первый раз? И не трогай радио. Да давай побыстрее, я подумал, ты механик. Да я и так стараюсь изо всех сил. Тихо. Пошли. Инструменты брось назад. Ты типа опять про радио забыл? Включай давай. Что-то не могу. Тормози. Что, Коллинз, ты все-таки его вырубил? Перестань. Ничего он не делал. Все из-за атмосферных помех. Вечером все должно работать хорошо. Уж лучше бы так и было. Давай дуй за руль. Итак, в Пунта-Приете 7 августа три американца зашли в магазин за продуктами. Этим магазином владеет Хосе Андраде. По описанию хозяина, Майерс был среди этих американцев. Другой же свидетель сообщил, что трое мужчин вышли из магазина и уехали на зеленом седане с тем же номером, что подтверждает нашу теорию о том, что Коллинз и Боуэн находятся вместе с Майерсом. Похоже, все они направляются на юг, избегая по пути крупных автострад. Именно так. Маловероятно, что он поедет на запад, ведь оттуда некуда бежать. Скорее всего, он направляется в Санта-Розалию, а уже затем в Гуаймас.
Затуши огонь. И вылей кофе. Ложитесь. Мне нужно получше рассмотреть эту машину. Вставайте. Туда. Найдем более подходящий вид. А может, побыстрее будем? Что, не терпится кого-нибудь ограбить? А ты делай, что тебе говорят. На выход! Что и следовало ожидать? Молчать! Бегом ставьте запасное колесо! Давайте! А ну-ка работайте и держите свои пасти на замке! Я слежу за вами! Вам нужен помощь? Усиливаются поиски Роя Коллинза и Гилберта Боуэна, которых, по сообщениям, в последний раз видели вместе с Эмметом Майерсом, серийным убийцей-автостопщиком. При помощи вертолетов осуществляется посменное патрулирование территории от центральных штатов восточного побережья до Калифорнийского залива. Также в дело подключилась и мексиканская полиция. Гонка со смертью продолжается. Говорят по-мексикански. Ninguno de los dos que pasaron se parecía a este. Honradamente no sabemos, señor. ¿Cómo a cuántos kilómetros de aquí lo pasó usted? Pues verá usted, como a 10 kilómetros. ¿Sobre el mismo camino? Por ese mismo camino, señor. Muchas gracias. De nada. Ya se pueden ir. Quédese en este crucero. Voy a ver si los alcance. Thank you.
Обождите здесь. Обходим машину. Ломайте замок. Хорошо, теперь давайте, качайте. Морти и Гилберт Боэн. Майо 12 del 41. Sí, sí, pronto. Итак, как вы можете заметить, мужчина и женщина, которых остановили на дорожной заставе, были уверены, что видели только двух мужчин. Было это в Эль-Арко. Но тут есть один очень важный момент. Супруги заявили, что мужчины вели себя очень странно. Они даже не стали разговаривать с ними. Но вполне возможно, что Майерс держал их под прицелом. Это могло бы объяснить столь странное поведение. Ну да, это возможно. Исходя из того, что Майерс прослушивает радио, мы передадим по американским радиостанциям ложную информацию о их местоположении, а также не будем официально связывать с Майерсом исчезновение двух мужчин. Мы будем очень признательны, если вы окажете нам содействие и со своей стороны сделаете то же самое. Где-то здесь должна быть автомагистраль. Нет, не должна. Что ты имеешь в виду? Это похоже на заброшенный участок. Ну, тогда здесь и переночуем. Езжай туда. Да нет же, Рой, ты не прав. Даже не думай меня отговаривать. Сегодня ночью я точно рискну. Да ты из ума выжил. Достаточно я тебя слушал. Отныне я буду действовать по-своему. Я уже говорил тебе, что нам полезнее держаться вместе. Да я сыт уже этим по горло.
Давай, бежим через эту дорогу. Не останавливайся! А вы, ребятки, действительно туповаты. Ах ты грязный ублюдок. Думали, что я сплю, да? Вы начинаете меня серьезно раздражать. А мне это не нравится. Тащи его в машину. А то он явно не выспался. Давайте туда. Да шевелитесь. Ну-ка, Коллинз, давай-ка, запусти камешек в эту шахту. Довольно глубокая. И это превосходно. Да какого хрена, если хочешь убить нас, так убей. Но я-то думал, ты не будешь нас убивать, если у тебя на то не будет причины. Идите и достаньте-ка консервы из машины. Нам нужно как следует подкрепиться. Оставь это для следующего парня, который возьмется тебя подвозить. Да ладно, как скажешь. Мы прерываем нашу музыкальную программу ради важного сообщения. Представители калифорнийской и мексиканской полиции отказались от своей версии о том, что Эммет Майерс как-либо причастен к исчезновению Роя Коллинза и Гилберта Боуэна, пропавших в прошлое воскресенье в Центральной Калифорнии, предположительно во время рыбалки. Представители обоих сторон считают, что Майерс передвигается в одиночку в направлении Санта-Розалии. Ну что скажете? Походу, это немного меняет мои планы. И, видимо, мы все-таки с вами порыбачим. Вставайте и вперед к машине, повеселее. Да никуда мы не поедем. Встать! И что ты сделал с машиной? У нее огромная дыра прямо в картере. Хорошо? Значит, прогуляемся. Ведь это как раз то, что нужно твоей больной лодыжке, Коллинз. Длинная пешая прогулка. Вставайте! И давайте доставайте свои рыболовные снасти. Живо!
Держись, друг. Я здесь тебя одного не брошу. Хватит там все сюкаться. Ложитесь! Все, продолжаем движение. Возможно, нам придется тебя здесь бросить. Очень жаль. Давай же, Рой, соберись. Мы здесь! Мы здесь! Вы что, нас не видите? Здесь! Прямо внизу! Господи, пожалуйста! Услышьте меня! Услышь! Вернитесь! Да оставь его в покое. Ты разве не видишь? Человек молится. Так, прячемся под мост. Быстрее. Перекур. Вам бы не помешало умыть свои морды. А знаешь, Коллинз, мы ведь с тобой одного роста. Если на тебя надеть темную рубашку, темные штаны и кожаную курточку, ты просто вылитый Эммет Майерс, если его вообще кто-нибудь видел. Но дело в том, что в Санта-Розалии его никто и никогда не видел. Махнемся шмотками.
А ну-ка давай, снимай свою одежду. Давай, вставайте. Да, вид отличный. Но все равно надолго вам там не задержаться. Коллинз, там ведь копы. В этой одежде они тебя пристрелят без разбору. Так это ведь и решит все твои проблемы. Да, но только в том случае, если они не узнают, что совершили ошибку. Пойдем, найдем какую-нибудь забегаловку. И я, может быть, куплю вам пиво, ребятушки. Подайте три пива. Я не говорить английски. Он не говорит по-английски. Я же предупреждал, чтобы ты не говорил на мексиканском. Присаживайся, Коллинз. Дай своей больной ноге отдохнуть. Вот теперь можешь говорить. Спроси его, когда ходит паром в Гуямас. Но смотри, я буду следить за его лицом. Если на нем появятся хоть нотки испуга, я начну стрелять. ¿Cuándo sale el chalán para Guaymas? Los martes y viernes a las 9 de la noche. В пятницу, то есть сегодня, и во вторник в 9 часов. Спроси его, где посадка на паром. En el muelle. Pero ahora no pueden embarcarse, porque el mes pasado se quemó y lo están reparando en Guaymas. Не везет тебе. Говорит, на пароме был пожар, и сейчас он на ремонте в Гуаймасе. Ты врешь. Спроси у него, знает ли он кого-нибудь, кто говорит по-английски. Его кузен говорит по-английски, следуй за ним. Встать. Хосе, левантате, деспьерта. Хосе, деспьерта. Что? Что произошло? Эти американцы хотят Los dejo aquí con mi primo. Si algo necesitan, confianza, ¿eh? What can I do for you? Чем я могу помочь вам? Хотим узнать про паром в Гуаймас. Порыбачить захотели? Плохие новости. Парома не будет месяца два. Он сгорел. Спасибо. Но тут рыба ловится хорошо. Не так, как в Гуаймасе или Ла-Пасе, но очень хорошо. У вас есть моторка? А ты знаешь, у кого есть моторка? Ну да, да. Мой друг Хайме, у него есть, и мотор отличный. Где нам найти этого Хайме? Он на работе, показывай. Но он не закончит раньше 6 вечера, я договорюсь на завтрашнее утро. Но мне нужно плыть сейчас. Может, тогда в 6? Но пока мой друг приготовит лодку, к тому времени уже зайдет солнце. А моему другу очень не нравится использовать лодку вечером. Ведь он видит свою жену и детей только по вечерам. Подкинь еще. Для меня? Да. И моему другу тоже заплатите? Да. Будьте на пристани в 8:30. Лодка называется «Эстрелла».
Большое спасибо, сеньор. Хорошо. Я думаю, стоит пойти и подождать его на берегу. Вперед. Погоди-ка минуточку. Потерпи. Ну что ж, можете порыбачить, пока у вас есть такая возможность. Вы ведь за этим сюда ехали? Ну, ребята, вы просто полные придурки. Если бы вы меньше суетились, смогли бы сбежать. Но нет, вы думали друг о друге и упустили несколько хороших шансов. Поэтому вы устали и стали слишком медленными. Но теперь уже слишком поздно. Завтра я уже буду в Гуаймасе. Жаль, что вы не прокатитесь туда со мной. Но ведь это было бы глупо, правда? Да ты говно, Майерс! Ты воняешь! Это чувствуется по твоей одежде. Да, может, ты и доберешься до Гуаймаса, но они все равно тебя поймают и окончат твои никчемные страдания. Да у тебя нет шансов. У тебя вообще ни хрена нет, кроме этого пистолета. Так что лучше держись-ка за него покрепче, потому что без него ты полный ноль. Ты конченый человек. Заткнись. Gracias, Carlos. Caramba. Pronto, llámele a la policía. Este hombre estaba en la cantina de mi primo. Se va esta noche en la Estrella, el barco de mi amigo Jaime. No, Carlos, no estoy borracho. Llámele a la policía. Bueno, bueno. La policía. No, 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 no. La policía. Стойте! Ладно, Коллинз, а теперь я хочу, чтобы ты немножечко прогулялся в одиночку. Будешь идти вон по той дорожке в темноте. Мы с Боуэном будем следовать за тобой, и без глупости, иначе Боуэн может схлопотать пулю в спину. Но ты ведь не хочешь, чтобы это случилось? Давай вперед!
Ну иди дальше, Коллинз. Только оставайся на свету. Я не Майерс. Да я не Майерс. Послушайте же меня. Не Майерс я. Руки вверх. Иди сюда. Делай, что он говорит, Майерс. Ты все просрал. Я прошу прощения, но нам понадобится самый полный отчет. Вы понимаете, о чем я? Да, спасибо, друзья. Все в порядке, дружище. Теперь все в порядке. Фильм озвучил Дэниел Джексон в ноябре 2016 года для частной коллекции. Конец.